Вот у нас есть классические, ультратонкие, тонкие, ребристые, точно ребристые. Не, сегодня много работы. Давайте мирмистин. Моя мама говорит, что мандат не повредит. Она хочет, чтоб сын стал депутатом. С прокурора вот купить, с генералами дружить. А бандиты называли, чтобы меня братом. Моя мама говорит, что мандат не повредит. И поэтому я стал кандидатом. Я не буду воровать, пьяным за рулем гонять, чтобы главным стать в округе одномандатном. Привет, я твой кандидат. Пошли нахуй отсюда, за... уже мусорить. Привет, я твой кандидат. Проголосуй за меня, я буду этому рад. Я не самый честный чувак, на мне уголовки висят. Поставь галочку за меня, и дела затормозят. Я был сегодня на дне, а завтра буду у шлюх. Я раньше был в нищете, а сейчас много распух. На месте больниц стриптиз, а где стриптиз, там я. Я поменяю весь мир, но начну с округа. Голосуй за меня, все, что ты знаешь обо мне, неправда. Виновен исключительно я в том, что выборы почти что уже завтра. А я еще не ездил в избирком. Я каждый день буду юзать свежий, оплатить за это бюджетным кэшем. Я обворую всю страну, и ты потом узнаешь почему. Моя мама говорит, что мандат не повредит. Она хочет, чтоб сын стал депутатом. С прокурора вот купить, с генералами дружить. А бандиты называли, чтобы меня брата. Моя мама говорит, что мандат не повредит. И поэтому я стал кандидатом. Я не буду воровать, пьяным за рулем гонять, чтобы главным стать в округе одномандатном. Если вы не хотите, чтобы такие люди управляли страной, сходите на выборы, а то они уже управляют.